это совершенно другое. Я ничего не знаю. Вот было бы здесь написано, что на лед запрещено заходить, потом вы меня предъявляете. Если нет информационных запрещающих знаков, значит выходить можно. Именно так думают рыбаки, отправляясь на лед. В эту пятницу улов не состоялся. 15 декабря на Камских заливах прошел рейд, в ходе которого выявили нарушителей. Нет, я недавно пришел. Вот только рассверлил. Вы знаете о том, что сейчас нельзя выходить на лед? Почему? Ну, потому что на территории города действует постановление о том, что до 15 числа включительно выход на лед запрещен. А в чем это заключается, постановление? Не то, что в том, что... Толщина льда, что ли? Сегодня у нас проходит профилактическое мероприятие совместно с сотрудниками ГИМСа, управлением по охране окружающей среды и природопользованию по поводу того, что выход на лед запрещен. То есть на территории города действует постановление, в котором указаны сроки. Постановление вступило в силу 4 ноября. Срок окончания 15 декабря. Здравствуйте. На территории города Березники действует постановление правительства Пермского края о запрете выхода на лед. Вы в курсе об этом? Нет. Вы сейчас совершаете административное правонарушение. Можно ваши данные? Или имя, отчество? Так что, чтобы люди ознакомливались, были подготовлены, и если они уже в этот период времени выходят на лед, чтобы были готовы, что на них будет составляться административный протокол, и штраф будет 2000 рублей. Если уж так получилось, когда вот люди уже выходят на лед, всегда знали, ходили уже в более знакомых местах, где тропы, там всегда лед потолще, в одного желательно вообще не передвигаться. Важно помнить, что водоемы замерзают неравномерно. Сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. И поэтому на одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью. Карина Волошина, Степан Некрасов, новости Верхнекамья.